Ну что, покидаем мы место нашего костерства. Нам сейчас туда. Прощай, Турция! Все, мы идем на трамвай. Сейчас чем-нибудь купим там и вперед. О, хочешь конфетку? Конфетку нашел, видишь, уже. Вселенная подарки дарит. Я, кстати, вчера на эти конфетки, они лежат под кассой внизу, короче. А хочешь? Я на них смотрела, я думаю, хочу эту конфетку. И Андрей сейчас находит эту конфетку. Загадывай больше. Принесет. Попробуй, понимаешь? Попробуй. Вот. Твое желание. Так, нам 2 километра, все. Сейчас дошлепаем, купим последнее все. И вперед. Ну, в общем, пришли к трамваю, пропустили сейчас Витька, это проезд 3,2 лиры, сейчас мы еще положим. Вот, нашли тут все-таки автомат. Так, надо как-то пополнить, блин, карт балансе. Мне надо сразу просто пихать и все, да? Ешь! Все? Окей. Все, что ли? Окей? Сейчас посмотрим. Сейчас просрется, блин. Я убрал карточку. Ладно, давай проверим. Если что, еще мне 5 лир дашь. Давай. Пропускаем теперь Маришку. Гуляем. О, наш едет. Халвырями. Садимся. Удачного хавалимане. Наш. Хавалимане написано, аэропорт. Хавалимане. Жрали деньги. Кнопочка надо нажать. Ну что, все, прощай, Турция. Аэропорт — это уже международная территория. Подъезжаем к аэропорту. Мы ехали где-то минут сколько? 40-50, наверное. И вот мы приехали. Тут так, предварительные ласки. Да. Пощупали немножко нам. Блин, ну что, нормальную лестницу дайте нам, чтобы еще спустились. На лифте с такими этими. Мы, в общем, перепаковались. У нас где-то у всех по 10,5 кило. Вроде как бы терпит. До 11 округляют в нашу сторону. Сейчас мы проверим. Витёк опять без нас летит. Ну, короче, в этот раз сразу ручную кладь меряют и сразу помещают как ручная кладь. А макадик летит домой. Да, много и чего. Литвийская тоже много было. Все, билетики у нас в кармане. Почти рядом. Мы почти рядом даже сидим. Я хочу окна. Я у окна. Витёк, короче, отдельно билет получал, и отдельно. У нас места рядом с ним получились. О, паспортный контроль уже. В общем, йогурт нам запретили проносить. Поэтому, говорит, ешьте его тут прям. Ну, мы едим. Хорошо, тут нашелся стол. Мы сейчас за 5 минут все уделаем. И потом пойдем проверяться. Ну что, ты боишься? Конечно, сейчас ладошки будут потеть. Не потей. Все будет нормально. Я прибежал, что-то сидел там, видюшки качал. Слышу, это последнее приглашение. Еще было написано 14.10 это. Открытие. Только что же открыли, нет? Нет, уже давно. Да? Это уже последнее, да. Вот сидел, ждал. А, понятно, я не зря услышал. Здравствуйте. Здрасте. Ай ты. О, я вот. Посмотрите ее очень внимательно. Благодарим за внимание. You may find detailed information about
что все уже рассказывает инструкцию. Хотели тут мужика попросить с Маришкой поменяться, но Маришка у нас не там. Теряй ничего. Что-то боялась? А? Боялась? Да. Сралась? Я тут ждала вообще огни города очень долго, ага. Что у них все нет, все облака. Нахерак и сел. Все летят. Ну смотри, уже, вот жизнь потом на земля, вот и на земля. Было страшно, ладошки вспотели. Не потей, не потей. Очко сжалось. Пусть у вас не сжимается очко. Ну не так уж и холодно, да? Ну и что, мы прилетели? Я уже говорил. Теперь мы уже собрались все, готовы разъезжаться во все стороны. На все 400 патронов. Так получается. 400. Ну, я остаюсь здесь практически. А они в разные стороны. Еще теперь встретимся где-нибудь еще. Все, турецкое путешествие почти закончилось. Сейчас мы разъедемся в разные стороны. Кто куда? Витек поедет на поезд в Питер. Маришка поедет к подруге. А я поеду к сестре двоюродной. Я почерпнул много турецкого тахини. Лопатой. Мы вернулись прежними. Теперь мы другие.